Вот эти автотовары ты увидишь в этом видео и сможешь принять участие в конкурсе. Привет! Это у нас подборка из 13 классных и полезных автотоваров, про которые многие не знают. Подборка интересная, так что смотри до конца. И еще в конце ролика ты примешь участие в классном конкурсе. В честь распродажи 11.11 я нашел для вас кучу купонов, ссылку на них смотри в описании. Там есть купоны на автотовары, компьютеры, телефоны, товары для дома и вообще на все что угодно. Если тебе в видео все понравится, ставь лайк, если же нет, ставь дизлайк. Или напиши в комментариях. Начинаем! И начну я сегодняшнюю подборку с шипов в шину. Управляя автомобилем на скользких зимних дорогах, очень важно помнить о безопасности. И такая вещь, как шипы для шин, вам в этом помогут. Многие владельцы применяют подобные шипы для шин. Оборудовав свою машину такими полезными штуками, вы без проблем преодолеете заснеженные и скользкие участки дорог. Также они улучшают динамику разгона автомобиля, сокращают путь торможения и уменьшают опасность заноса. На шинах с шипами повышается устойчивость на поворотах. Подсветка просвета багажника с бегущими поворотниками. Она устанавливается в зазор крышки багажника и заднего бампера. Длина ленты 120 см. Проводка позволяет отдельно подключить нужные функции и использовать нужные режимы. Основа ленты сделана на клеевой основе и позволяет без проблем установить ленту своими руками. В комплекте светодиодная лента в эластичной силиконовой оболочке, блок управления режимами и провода для подключения. При использовании создает яркий световой эффект и не оставит равнодушным ни одного автолюбителя. Выполняет функцию стоп-сигнала и поворотника. Насадка на компрессор для мойки двигателя. Поставляется вместе со шлангом длиной 120 см для забора воды или очищающей жидкости. Само устройство выполнено полностью из металла, а шланг компрессора подсоединяется рядом со шлангом для воды. Поворотной гайкой регулируется процент жидкости, подаваемой вместе с воздухом. Это очень удобно, так как можно будет переключиться на более щадящий режим для некоторых мест подкапотного пространства, чтобы не повредить проводку или датчики. При этом можно мыть отдельные детали, используя очиститель повторно, возвращая его в ту же емкость, с которой забирается. Иногда, частенько бывает, что грани болтов слизываются из-за некачественного инструмента или прикипания. В таких случаях вам поможет данный набор из 10 съемников для болтов размеров от 9 до 19 мм. Внутри каждой из насадок имеются грани особой формы, которые буквально врезаются в металл болта. Возможно, слегка придется постучать молотком, чтобы острые края лучше зацепились за шляпку. Затем болт можно будет легко выкрутить так же просто, если бы он был совсем новый. Такой набор будет полезен при выкручивании любых проблемных болтов, например, на колесных дисках. Предпусковой подогреватель масла. Очень полезная штука зимой. Рабочее напряжение 220 вольт, потребляемая мощность 250 ватт, размером 9 на 13 сантиметров и сделан из материала силикона и стеклоткани. Имеет клеевой слой с закрытой пленкой. Закрепляется прямо на поддоне картера. Для надежности рекомендую пройтись высокотемпературным герметиком на всякий случай. Нагревается до температуры около 150-200 градусов, за счет чего масло в поддоне подогревается до комнатной температуры примерно за час. Пуск двигателя после прогрева будет обеспечен без проблем. Жидкое стекло для автомобиля или нанокерамика. Это новейшее поколение защиты кузова от случайных повреждений и негативного воздействия окружающей среды. Дает надежную защиту от коррозии на 10 и более лет. Принцип действия покрытия состоит в создании гидрофобного эффекта посредством высокого поверхностного напряжения, в результате чего жидкость собирается в капли и скатывается с поверхности, забирая с собой пыль и грязь. Автомобиль намного реже приходится мыть. Высокая устойчивость к химическим воздействиям защищает автомобиль от реагентов и позволяет использовать покрытие даже в качестве антиграффити. Зеркала мертвой зоны. Они предназначены для установки на боковые зеркала автомобиля и необходимы для своевременного обнаружения помех, находящихся в мертвых зонах. Такие зеркала решают проблему обзора мертвых зон и облегчают процесс парковки. Крепится легко и смотрится красиво. Бесспорно, очень нужные и полезные дополнения.
Инвертор на две розетки, преобразующий ток из сети автомобиля в 220 вольт. Подключив его в прикуриватель для автомобиля, вы получите полноценную евророзетку 220 вольт, да еще и в придачу 4 USB-порта для подключения своих гаджетов. Вы с легкостью решите проблему зарядки внезапно разряженного аккумулятора любого портативного устройства, будь то ноутбук, фотоаппарат, MP3-плеер, навигатор, мобильный телефон и тому подобное. Такой преобразователь напряжения – это незаменимая розетка в вашем автомобиле. Корпус из приятного на ощупь ударостойкого пластика. Складной монитор в авто станет настоящей находкой для городских жителей. Порой им приходится парковать транспортные средства в очень стесненных условиях. Благодаря монитору можно заблаговременно рассмотреть препятствия и выполнить маневры с учетом увиденного. Иногда в автомобилях используются исключительно парктроники. Недостатками такого решения является то, что в случае их вывода из строя водитель не будет предупрежден о наличии препятствия и может врезаться в него. В модели используется LCD-дисплей диагональю 4,3 дюйма. Он обладает необходимым разрешением 480 на 272 пикселей, что позволяет подробно рассмотреть происходящее сзади. Универсальный ключ 8 в одном. Подходит для ремонта по дому, в дороге, для автомобиля и вообще где угодно. Этот инструмент профессионального класса, у которого вращается головка на 360 градусов и быстро меняет размер, который вам нужен. Не нужно больше искать в наборе головку, которую вам срочно нужно. Уникальный революционный дизайн зуба позволяет делать как стандартные, так и метрические размеры. Просто переворачивайте инструмент вокруг. В отличие от других ключей, это позволяет вам работать при 45-градусных углах. Это удобно и экономит ваше время. С этим одним гаечным ключом вы сможете выполнить любую работу намного быстрее. Кстати, у меня был обзор на подобный ключ, штука годная. Обалденная LED-балка. Светодиодные прожектора и LED-противотуманные фары имеют большую площадь освещения по сравнению с аналоговыми продуктами, при этом экономия потребления до 50%. Данная оптика высокоэффективно сочетает в себе работу дальнего и ближнего света, а также теплого и холодного оттенков. Светодиодный прожектор мощностью 180 Вт и мощностью 18 000 люмен идеально подходит как дополнительная фара для внедорожников, тракторов и другого подходящего оборудования. Он маленький и имеет очень хорошую светоотдачу. Балка не боится воды, в ней есть защита IP67. Она полностью защищена не только от воды, но и от ударов, так как сделана из металла. А передняя часть защищена оргстеклом, легко крепится на любую машину. Данная балка была у меня на обзоре, и я сам ее тестировал. Штука мощная и очень полезная. А это у нас довольно популярные и интересные решения для автомобиля – ДХО 2 в 1. Можно его использовать в качестве дневных ходовых огней и подключать поворотники. Сама пластина размером 88 мм, довольно яркая, и ее будут замечать издалека. В комплекте идет две пластины, двухсторонний скотч и винты для установки. Штука полезная. Комплект для маскировки сколов и трещин на стекле. Подойдет очень хорошо для мелких сколов, но в большинстве случаев, как бы не хотелось, будет немного видно скол. Но все равно эффект от комплекта есть. Трещины не поползут, и после обработки скол будет выглядеть симпатичнее и не будет кидаться в глаза. Нужно очистить скол от грязи острым предметом, обезжирить, наклеить наклейку, а сверху налепить насадку. Дальше внутрь насадки заливаем полимер, с помощью шприца делаем вакуум и оставляем на 15 минут. По истечении времени снимаем наклейку, очищаем остатки и теперь наливаем полимер на подготовленную поверхность и накрываем все это пленкой. Ждать нужно от 30 минут и больше. Все зависит от погоды. Если очень солнечно и тепло, то 30 минут. Ну а если попрохладнее, то подождать нужно дольше. Сам способ эффективный, маскирует хорошо и предотвращает расхождение трещины. А вот и конкурс. Призом будет 200 рублей на счет мобильного телефона или на WebMoney. Условия очень простые. Нужно поставить лайк этому видео, быть подписанным на мой канал и в комментариях написать марку своей машины и объем двигателя. А если у вас машины нет, то напишите, какой у вас был первый велосипед и в сколько лет. Делитесь этим видео с друзьями, я буду очень признателен. И помните про скидки и купоны в честь дня распродажи, а также то, что товары можно купить по предоплате и сэкономить немного денег. Спасибо за просмотр, всем пока!